там. Хотя 3 секунды этого времени более чем достаточно. Ну, вот просто я про остановки смотрю, кто бросать должен в Нефтехимик, если они выйдут. Вот, брал. Передача и гол! На последней секунде овертайма Нефтехимик забивает в большинстве. Жан-Себастьян Ти приносит победу нижнекамской команде. И вот опять выигранное вбрасывание. Рано или поздно оно сегодня должно было сработать. Дергачев вчистую переигрывает своего соперника. И шайба идеально пришла. Там, получается, праворукий нападающий принимает шайбу и делает пас на дальнюю штангу. И вот оно, нарушение правил Владислава Подъепольского совсем не обязательное.